Всем привет! Вы на канале Жестянка! И как вы видите, мы сегодня будем начинать праздновать Новый год и поиграем в классную игру, которая очень новогодняя. Это Слизарио, только новогодняя. Ой, это что-то новое. Это нужно ввести наше имя, да? Давай потише сделаем, а то он нас так кричит, что я... Новогодняя песня. Давай, как наше имя будет называться? Картонка. Меня Илья. Я твой папа. Да, ну значит будет картонка. Илья и папа, это будет картонка. Хорошо? Вот так. Так, а что нажимать? Наверное, play online. Да? Play. Давай. Смотрим. Что это у нас? Так, это наш червячок, которым нужно управлять. Я понял, нужно управлять и собирать эту, чтобы... Правильно, ни в кого не ввязаться при этом. Большим. Чтобы становиться большим и всех съедать надо. Ой-ой-ой-ой. Папа, что здесь делать? Как становиться большим? Все очень просто. Гораздо надо, чем больше этих ты съешь, тем больше ты станешь. А еще тут есть разные червяки, другие остальные, да, которые тоже ездят. Вот, если ты в них врежешься, ты проиграешь, насколько я помню. Вот видишь, вот ты проиграл. Да. Давай еще раз попробуем. Можно я попробую? Теперь ты. Давай, хорошо. Куда мы плывем? К ракете еще можно. Скорее всего, нужно просто ускоряться, да? Да, это мы можем ускоряться каким-то образом. То есть надо брать левой рукой. А почему он так сжимается странно? О, нет. Смотри, а еще карта есть, да? Это где мы находимся? Смотри, какой большой червяк. Смотри, он нас зажимает. О, нет. Он злодей нас зажимает. А мы тоже ускоримся, мы тоже умеем. Так, но мы пока еще почему-то очень маленькие. Папа, можно я попробую? Так подожди, ты же проиграл один раз. Это моя игра. Вот теперь я. Это твоя игра? Не, ну да, ты же проиграл в прошлый раз. Илюша в прошлый раз проиграл, вот теперь я в прошлый раз проиграл. Сейчас Илюшина будет задача. Так, но у нас есть еще второй вариант игры. Это против Against AI. Это, наверное, искусственный интеллект, мне так кажется. Давай попробуем. Давай, давай, давай. Шапка, у нас есть шапка, смотри. Это Джекс? Да, это Джекс. А это кто? Это, не знаю, какой-то World Records какой-то, по-моему, если не ошибаюсь. Это World Records? Джекс, не врезайся, да. Надо, чтобы они... А это кто? Это кто? Это большой кэт. Это кто? Это какой-то MGI. Кэт! MGI. А как ловить их всех? Как сделать себя супер большим? Надо ускорение делать в определенных случаях. Например, вот так. Сейчас. Сейчас. Давай попробуем врезаться. Панда? Панда в кого? Это панда? Это панда? Ну вот же имя панда. Смотри. Вот так, смотри, как мы поймали панду, да? И съедаем ее. Съедаем панду. Съедаем все, что осталось от панды. Кто это? Сарави, не помню, что не прочитал. Так, ползем. Сейчас мы под вот этого слоем, вот этого. Да. Мы его зажали. Смотри, зажали. Этого нельзя. Я врезался в него, это же очень неудачно. Твоя очередь, да? Давай, твоя очередь. Давай, картонка, разгоняйся. Давай. Медленно ползем, но уверенно. Мне кажется, мы тормозим немножко, нет? Да, что-то мы тормозим, смотри. Да. Это прекрасное интернет-соединение. Скорость такая называется. Ух ты, как красиво-то. А как стать большим? Большим? Надо много-много кушать. И в жизни так же. Если будешь много есть каши, будешь большим. Правда? Ты нажал на... Нет, я не нажал. Ты нажал, ракета активировалась. Я же видел только что. Нет. Она засветилась, Илюша, она засветилась. Так, ваша длина, смотри, вот внизу 72, 76. Вот, твоя длина. То есть я так понимаю, что ты можешь... Если нажмешь ракету, то это будет использоваться, скорее всего. Да? Угу. Да? 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 Ракету нажми. Нет, я не нажму. Больше не буду тратить. Не хочешь больше? Шарки. Так, первый, смотри. Самый первый — это какой-то гаспачо. Вот, он... Это какой-то, наверное, очень маленький. Я думаю, что он от тебя убегает. А кто это? Что это за шарик, за которым мы гонимся? Что это? Шарик, стой! Давай, догоняй его. Давай, ракеты. Давай, я буду управлять, ты ракету нажимай, когда надо. О,
О, какой наверху большой, смотри. О, какой вот тут. Анаконда целая лазит там какая-то. О. Да, это, наверное... Здесь какой-то вот Млечный Путь, смотри. Мы... О, какой американец! Кто это? Там была большая монета. Так я не могу, тут какая-то змея ползет. Это Move Control... О, он лопнул. Он в кого-то врезался. Сейчас мы наедимся. Едим. Вот это большой червяк. Вот это мы, конечно, попали на какую-то змеюку огромную. Давай это. Давай, управляй. Аккуратно. Хватай это все большое. Смотри, смотри, вот твоя длина. О, молодец, лови это все. Лови, съедай. Съедай. А, не врезайся, нет. Нет, тебя съели. Вот так иногда бывает, Илюша. Драйв какой. Хорошо, поехали. Итак, напялили самую главную красивую шапку. И такая же, как у нас с Илюшей. И летим. Ой, смотри, с шариком большим. Раз, съедим. И два. Мы такие среди двух червей это? Больших. Оп, оп. Что? Что? Move controls. Это. Controls? Move controls. А, это смена. Ой, смена положения этих самых. О, нет, нет. Это смена положения управления. Теперь ракета переместилась на левую сторону, видишь? Угу. Видишь, да? Может быть, даже это и лучше, кстати. Мне так удобнее, во всяком случае. Тебе, наверное, тоже лишь будет. Смотри, мы уже большие, мы уже 505 очков набрали. Мы уже длинные. Длинная змея. Да, ой, какой там... Только не врезайся. Я хочу не врезаться, да. Я готов не врезаться ни в кого. Я чуть не врезался, ты видел, да? Да. Не получилось, что-то злодей на какой-то на нас напал. Нас съел червяк больше, да, по-моему, чем мы. Да. Ай, ладно, давай еще разок. Это же как-то надо ж... Так, следующий этап это 1000 очков. Пробуем набрать 1000 очков? Да. Поплыли. По смысле, полетели. О, смотри, мы кого-то лопнули. Вот, собираем все пожитки. Кто там бегает? Смотри. Ой, нет, там был большой. Американский! Да нет, это просто, просто звездочки. Мы чуть-чуть. Да, я чуть-чуть вообще ты видел, да? Так, сейчас мы по. Ах ты! Злодей! Как они так умеют делать? Искусственный интеллект, похоже, умнее нас. Но у нас практики маловато, да, Илюш, с тобой? Ну что, попробуешь? Твоя очередь. Ну тут давай, тут все тормозит немножко. Давай, поехали, поплыли. Поплыли. Собирай все. Давай. Собирай вот эти пузыри. Это был зеленый червяк. Поехали. Твоя очередь. Так, ладно. Ну что ж такое-то все, а? Слушай, очень тормозит все. Смотри, какая радуга плывет. Да. Вот такое вот с радугой. А, нет, я не хочу. Не, так дело не пойдет. Да. Хм. Что делать? Как сделать так, чтобы не было тормозов? А, вот, ссылок сервер. Может быть, выбрать другой сервер? Ого, какой... Это, смотрите, чтобы вы понимали. Это сервера, это их IP-адреса, так называемые цифры, да? А внизу написано ping time. Ping time, там, какое-то количество миллисекунд. Там, например, 61 или 73 и так далее. Выбирайте сервер с наименьшим пингом. Это лучше всего. Тогда будет меньше тормозов. Давай попробуем вот этот, сам первый взять, да? Сервер? Да. Play. А, ну, вот, refresh нажмем. Еще раз refresh. Еще раз рефреш. Рефреш это обновить. Да, вот этот возьмем, попробуем. Плей. Поехали. Ну давай, давай, давай. Давай, давай, малыш, зеленый. Набирайся. Набирайся сил, энергии. Будешь большой, здоровый, сильный, крепкий червяк.
Так, проходим сюда. Давай, давай. Так. Хочу стать большим. Я тоже хочу стать большим. 115 мы всего набрали. Там была убега. О, нет. Смотри, какая зеленая. Синий червяк. Синий, да. Огромный червяк. Вы понимаете, ребят, пинг – это прекрасно. Что такое пинг в наши времена? Пинг – это все. Так. Мы попробуем переключиться на режим джойстика. Может быть, нам будет так легче управлять. Так, нажимаем сюда настройки. Так, и выбираем джойстик мод. Окей. Смотрим. Вот джойстик. Меняем местами. Нет. Вот, ну, что, мы его поймали хвостом своим, смотри. Мы второго поймали хвостом. Вот какие мы зловещие червяки сейчас нас поймают. О, нет. Все хорошо? Все хорошо, все хорошо, все мы хорошо. Стали длинные. Вот себя можно ловить, да, в этот самый. Сейчас мы зажмем эту змеюку. Смотри, вот мы ее и съели. Вот какие мы коварные. 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 Вот еще одну съели. Вот это мы, конечно... О, слушай, мы уже набрали 3900 очков. Видишь, с джойстиком даже легко оказывается. Так, хорошо. Проходим дальше. Сейчас мы... Это, знаете, для нас эти шарики уже маловаты что-то. Что, ловить ее, что ли? Да, да. Давай вот так вот. Давай посмотрим. Все, малыш. Теперь тебе не деться никуда от нас. Допусти малейшую ошибку, и будет все прекрасно. Твоя жизнь в наших руках. Мы как анаконда зажимали долго-долго-долго-долго этого маленького персонажа. Давай этого! Давай этого зажмем, не проблема абсолютно. Слушай, оказывается, быть большим всегда хорошо. Ладно, не хочешь? Вот так вот, все, малыш, ты теперь наш. Я покажу тебе, что такое вкусное печенье. Хочешь узнать, что такое настоящая жизнь? Я покажу тебе красивую обезьянку. Пойдем со мной. Не бойся, не стесняйся. Вот так вот, прекрасно. Слушай, я чувствую себя коварным, просто каким-то ужас какой. Мы, ой, ой. Мы кого-то съели только что, тебе не кажется? Давай этого маленького. Да вот я хочу. Только вот этого. Не вот этого. Вот это глиста носится, смотри, давай. Оп! Тихо. Чуть не это самое, чуть не попали на него, ты видел? Да. Вот эта глиста долго носилась, и мне... Ой, а что это какой-то бесконечный, смотри, синий червяк. Смотри, червяк бесконечный. Он все увеличивается, с носком на голове. Вот это. Видишь, да? Да. Кого мы возьмем сейчас? Опа! Не пущу, ты будешь мой. Все, вот сейчас этого возьмем. Да? Он там внизу уже лопнул от нас один. Сейчас мы пока вот здесь вот возьмем. Эй, только ничего. Не съедай. Да ладно, мы сейчас вот этого слопаем. Вот это мы с тобой ужасные, коварные, да, Илюша? Смотри, мы постепенно сужаем наш круг. Все, теперь ты наш. Не сопротивляйся, это не больно. Нет, нет, не больно. Мы сломались. Я ненавижу эту игру. Snake Hunter? Нет, все, ребят, я больше играть в нее не буду. Это очень нервная игра. Да. Ты будешь играть? Да. Пока Илюша будет играть, вы, ребят, не забудьте подписываться на наш канал Жестянка, а мы будем воевать дальше. Пока! Пока!